Уважаемые наши зрители канала, сегодня мы путешествуем с авиакомпанией МАУ и хотим предложить вам, скажем так, меню авиакомпании, которая предлагает нам на борту самолета. Итак, давайте мы пройдемся по этому меню. Что же предлагает нам сегодня МАУ? МАУ нам предлагает овсяную кашу с сиропом за 3 евро. МАУ нам предлагает куриный суп за 3 евро. МАУ нам предлагает томатный суп за 3 евро. Объем здесь не написан, но стаканчик небольшой, грамм, наверное, 200-250, не более того. Дальше. Сэндвич, видимо, акционный. Значит, сэндвич и пепси-кола 0,33, 4 евро. Далее, здесь нам предлагают панини с моцареллой за 3 евро. Панини с сладко-солёным лососем за 5 евро. Та панини с курячим филе-гриль за 3 евро. То есть на сегодняшний день, сегодня у нас с вами 27 октября 2016 года. Со мной так трясется, мне так тяжело держать телефон. Курс евро составляет где-то порядка 29 гривен за 1 евро. То есть умножайте сами. Дальше мы переходим на кофе и чай. Значит, ну в среднем, да, кофе, классический круассан 2 евро, классический чай черный 2 евро, кофе, получается, кофе обычное Nescafe 2 евро и чизкейк с чернетью стоит 3 евро. Шоколад и чипсы, да, сникерс. Сегодня я видела в магазине сникерс, большой сникерс, по-моему, 100-граммовый, стоил 17 гривен. Здесь же сникерс стоит 1 евро, то есть 50 грамм. Сникерс, твикс, киткет, что тут у нас тут, нутелла якась, значит, 2 евро и шоколад 4 евро. Ковбаски в тесте, то есть какая-то сосиска непонятная, 75 грамм. Сладкая, нет, соленая. Чипсы Принглс, даже не Принглс, нет, Принглс, но есть 40 грамм, 3 евро. Чипсы 100 грамм, тоже 3 евро, значит, орешки 2,3 евро. Чай. Ну все, довольно неплохое меню для лоукостера. Да, очень даже. Чай 3 евро, соки 200 грамм. Сегодня мы видели, значит, в аэропорту один вот такой сок стоил, кстати, 2 евро. Здесь та же самая цена. Ну и напитки там 7-Up, Mirinda, то есть 3 евро, пол-литра. Пепси-кола. Пол-литра 3 евро. Вода Боржоми Avion 3 евро. Значит, пиво Львовское точно так же, это как молодцы, в аэропорту. Это молодцы, кстати, да. Цена такая же, как в Duty. 2 евро, значит, да, 1 в 1. Ну и здесь алкоголь. То есть по алкоголю все стандартное, ничего нового. То есть, маленькая, знаешь, 0,05 это 50 грамм. 50 грамм, то есть 0,05 литров. Мартини, Абсолют, Джемми, 5 там, евро, в общем, виски, набор. В общем, не набор, а каждая из них стоит по 4 евро. То есть каждая бутылочка стоит по 4 евро. Я почему-то евро. Решил, что это набор. Это не набор. Думаю, значит, коньяк у нас 50 грамм стоит 5 евро. Здесь вино красное, черное, 3 евро, шампанское. Кстати, я удивлена, шампанское экстра сухое. То есть вот это стоит у нас 11 евро, артемовская, заметьте, 200 грамм, то есть бокал шампанского стоит 5 евро. Ну, в принципе, здесь все, можно расплатиться Visa MasterCard таким, ну, как вам удобно, такой возможностью, либо же наличными деньгами. Вот так, сегодня нам авиакомпания МАУ, ну, в принципе, она нас не разочаровала, то есть покушать, кто голодный, в принципе, можно. Ну, и, пока все. И кому-то, блин, повезло, кто-то летит бизнес-классе, а нам не повезло, мы сидим прямо возле него, тут бывает такое. Да, и мы еще не стартанули, вот на горизонте самолеты вылетают, а мы же только набираем скорость для того, чтобы разогнаться и пойти вверх. Пойти или полететь? Полетим вверх. Все, спасибо за внимание.